Здравствуйте, меня зовут Алексей, и сегодня мы продолжим делать утреннюю гимнастику, она же производственная, она же бытовая гимнастика. Вам понадобится какая-нибудь прочная опора, возможно, это диван, ни в коем случае не табуретка, потому что табуретка может укатиться от вас в самый неподходящий момент. Итак, первое упражнение у нас будет называться Т-подъемы. Встаем, принимаем упор в диван или в кресло и поднимаемся одной рукой в сторону. Опускаемся и на выдохе поднимаемся другой рукой. Руки должны быть в одну линию. Здесь тренирую задние пучки плеч, мышцы спины, мышцы живота также участвуют и выпрямители позвоночника. Делаем 15-20 повторений. Работают мышцы вращателя плеча. Тем, у кого проблемы с шейным отделом позвоночника, очень будет полезно. Все. Следующее упражнение. Задействовать заднюю поверхность бедра, ягодицы и выпрямители позвоночника. Ложимся лопатками на опору. Руки за голову. Опускаемся вниз и поднимаем таз наверх. До прямой линии бедер и туловища. На вдохе опускаемся вниз. На выдохе напрягаем ягодицы. Поднимаемся наверх. Упражнение называется ягодичный мостик. Можно делать на полу, можно делать с отягощениями. Продвинутый вариант. Выпрямляем одну ногу и поднимаемся наверх. Вдох и выдох. Упражнение можно выполнять в любое удобное для вас время. Чем больше повторений, тем тверже станут ваши ягодицы. Вдох и на усилие выдох. Еще одно упражнение с использованием опоры. Здесь уже можно будет использовать табуретку. Здесь в нее садимся. Берем какую-нибудь палочку, можно даже швабру, если это удобно. И выполняем такие вот повороты. Упражнение задействует косые мышцы живота и выпрямители позвоночника. Сразу скажу, что данное упражнение противопоказано лицам, которые страдают проблемами в поясничном отделе позвоночника. Обратите внимание, что у меня небольшой наклон, что позволяет задействовать мышцы косые мышцы живота более эффективно, нежели вы сидели прямо. Для начинающих подойдет обычные повороты. Такие. Ни в коем случае не закручивайте себя очень далеко. Выполняйте не на количество повторений, а на время. То есть от 3 до 5 минут. Мы проделали с вами комплекс упражнений, которые можно выполнять утром, вечером. Также можно его выполнять как производственную гимнастику. Энергичного вам дня, улыбайтесь, будьте в хорошем настроении. С вами был Алексей.